первой половине прошлого столетия Шампальону и его коллегам удалось расшифровать иероглифическую письменность, которая долгое время оставалась загадкой. Благодаря этому открытию истории и религии Древнего Египта, традиции и обычаи его жителей стали доступны для изучения. Тысячи реликвий были найдены при раскопках, однако большая их часть была переправлена в европейские и американские музеи или попала в руки частных коллекционеров и торговцев антиквариатом. Первая коллекция древностей, собранная египетским правительством, была вскоре преподнесена Австрии в качестве подарка. Идея создания музея, в котором египетские древности были бы выставлены и хранились должным образом, принадлежит известному французскому археологу Мариету, который провел долгое время в Египте, занимаясь изучением его памятников. Египетский музей в Каире был открыт в 1902 году, и его коллекция была пополнена реликвиями, найденными при раскопках в долине Царей, а также экспонатами из Гизы, Саккары, Таниса, Абидоса, Тель-эль-Амарна и Нубии. На первом этаже в хронологическом порядке представлены массивные монументы, начиная с раннего династического периода и заканчивая греко-романской эрой. На верхнем этаже располагаются тематические коллекции. Поздний додинастический период, около 4000 лет до нашей эры, представлен единственной керамической головой божества или вождя и вазой, украшенной весельным кораблем и фламинго. Египетская пустыня снабжала гениальных ремесленников камнями для создания ваз новых форм и типов, которые могли использоваться в повседневной и загробной жизни. Они изготовлялись из диорита, аспидного сланца, известняка, доломита и других пород камня. Алебастровая ваза изготовлена по случаю 30-летия фараона с вырезанными на ней пожеланиями оставаться 1000 лет на троне и вечного царствования в Нижнем мире. В додинастический период для растирания краски, предназначенной для подводки глаз, использовались палетки, изготовленные из гроуваки, серого гранита. Позже такие палетки стали украшать сценками из реальной жизни. Есть палетки с изображениями рогатого скота, ослов и баранов. Палетка фараона Намера изображает победу фараона над народом Дельты и объединение Верхнего и Нижнего Египта в период, отдаленный от нас более чем на 5000 лет. Фараон изображен наносящим удары, а его враги символизируют народ Дельты. На другой стороне фараон изображен идущим вместе с придворными на параде победы, а две части страны изображены в виде мифических животных в момент примирения. Фараон, изображенный в виде быка, разрушает захваченную крепость в Дельте. Статуя фараона Хасекхма из аспидного сланца, датируемая периодом Второй династии, представляющая фараона в одежде для празднования его 30-летия. Яркий пример скульптуры раннего периода египетской истории. Сорок семь столетий назад гениальный архитектор Имхотеп возвел для фараона третьего династии Джосера
ступенчатую пирамиду из камня в Саккарии. Эта известняковая статуя находилась в закрытой комнате в северной части пирамиды для того, чтобы слушать заупокойные молитвы жрецов об умершем фараоне. Эта эбонитовая статуэтка – единственная скульптура фараона Хуфу, Хеопса, хозяина самой большой пирамиды в Гизе. Эта пирамида является гробницей и памятником фараону, который управлял страной в течение 23 лет, в 27-м столетии до Рождества Христова. Ее называют одним из семи чудес древнего мира. Статуэтка изображает фараона в красной короне Нижнего Египта с символом власти в руке. Диоритовая статуя фараона 4-й династии Хафра Хефрена изображает облеченного властью фараона, который является богом на земле, в полотняном головном уборе, защищенном спереди змеями и с наглавной бородой, говорящей о его высоком положении. Вторая пирамида и сфинкс в Гизе были завершены во время его правления. Их связь друг с другом очевидна. Верховный бог царства Хор, сокол, распростер свои крылья над головой фараона, показывая этим, что фараон находится под его защитой. Это подчеркивает единство между богом и правителем. Символ единения украшен с двух сторон изображениями фараона, сидящего на троне. Статуи фараона Минкаура Миккерена, строители меньшей пирамиды, выполнены из граувакии, серого гранита, изображающие фараона с богиней Хатхор и богиней провинции, были найдены в долине храма в Гизе.
Здесь фигура молодого фараона расположена в центре. Хатхор, богиня музыки и любви с рогами коровы, находится слева от него. А с другой стороны фигура, символизирующая египетскую провинцию Осирис. Здесь он представлен напротив богини Хатхор и символом города Фивы. Эта статуя изображает принца Рахатепа и его жену Неферт. Принц Рахатеп, главнокомандующий армией и верховный жрец бога солнца Ра в Гелиополисе, возможно, был братом Хуфу, Хеопса. Художнику удалось придать им живой вид за счет использования ярких красок и инкрустаций глаз статуи полудрагоценными камнями. Группа статуй «Карлик Сенеп» со своей семьей. Жена карлика нежно обнимает своего мужа. Фигуры обоих детей как бы замещают собой короткие ноги их отца. Две деревянные статуи жреца Каапера, известного как под именем шейх Эль-Балат, сельский староста, датируются 5-й династией. Эти статуи были вырезаны более чем 4500 лет назад. Одна из них представляет Каапера в виде молодого человека с глазами, выполненными в мозаичной технике. Вторая статуя изображает его уже в зрелом возрасте. Реализм этим статуям придают глаза, инкрустированные кварцем и горным хрусталем, а также великолепная техника исполнения. Несколько деревянных статуй, относящихся к периоду Древнего Царства, демонстрирует способность древних скульпторов великолепно передавать черты оригинала. Чиновникам высшего ранга в Египте нравилось быть владельцами статуи, представляющей их как писателей, что обозначало, что они относятся к интеллектуальной прослойке.
деревянная статуя Метри, древнему скульптору явно удалось передать состояние удовлетворения и покоя молодого Х.М. Хесета, изображенного с тонкими усиками и декоративным ожерельем. Скульптор создал несколько реальных изображений своих заказчиков-коллег, таких как карлик Хнумхотеп или этот неизвестный горбун. В период Древнего Царства в гробницах высокопоставленных лиц также находились статуи прислуги, выполненные из камня или дерева, чтобы в дальнейшем прислуживать своим хозяевам. Эта группа статуй представляет семью Мер-Суанг и двух его дочерей, надеявшихся быть вместе и в загробной жизни. Здесь представлена копия статуи судьи Ни Ма Цеда из Пятой династии. Такие статуи помогали душезащитнику обитать в этих фигурах-образах и принимать молитвы и приношения. Замечательный фриз гусей из гробницы Нефермат в Медуме времен 4 династии датируется 27-м столетием до нашей эры. Лжедвери
на которых наносились имена и изображения усопших, располагавшиеся у алтаря, возводились в похоронном зале, чтобы души покойных могли свободно входить и выходить из гробниц. Жанровые сцены, изображающие плотников, ювелиров, выковывающих или выплавляющих металл, взвешивающих золото на весах, привезены из гробницы К.М. Реху в Саккаре. Выполнил их фигуры из камня и дерева. Служанки варят пиво, перетирают муку или зерно, пекут хлеб или лепешки. Голова фараона Усеркафа в короне Нижнего Египта, строители первого в Египте храма Солнца в Абусире, выполнена из асуанского гранита, датируемая 5-й династией, демонстрирует особую тщательность в исполнении деталей.
Эти отлитые из меди статуи фараона Пепи I и его сына, изготовленные 4280 лет назад, являются образцом совершенной техники литья, пришедшей на смену деревянным и глиняным статуям. В кварцевые глаза вставлены черные зрачки из обсидиана. После окончания периода Древнего Царства, гражданской войны и смуты, около 2000 года до нашей эры, фараон Менталхотеп II начал воссоединение Египта. Мемфис теряет свое прежнее положение, и новой столицей становится Фивы. Монументальные гробницы и храмы были построены для фараона в Дейр-эль-Бахари, где эта статуя и была найдена Говардом Картером. Она представляет монарха в юбилейном платье и в красной короне Северного Египта. Гиппопотам символизирует богиню плодородия Таверет, помогающую женщинам в родах. На саркофаге принцессы Ашет, супруги Менталхотепа II, относящемся к периоду Среднего Царства, изображено множество домашних сцен, которые также можно встретить на стенах отдельных гробниц. Здесь мы видим пашню, а также забиваемый скот, предназначенный для подношения принцессе. Деревянные фигурки группы солдат, найденные в гробнице Мешехти в Васьюте, дают представление о военной форме и оружии, возраст которого около 4000 лет. Египтяне с коричневой кожей несут пики и щиты, а чернокожие нубийцы – луки и стрелы. В гробнице Мекет-Ра в Фивах, относящейся ко времени 11 династии, было найдено множество деревянных фигурок фермеров и домочадцев.
Эта группа фигурок рассказывает о переписи скота, проходившей один раз в год в присутствии хозяина, который наблюдал за ней, сидя под навесом. Эти фигурки были сделаны более 4000 лет назад. Здесь также можно видеть различные лодки, предназначенные для траурной церемонии, для паломничества в Абидос и для ловли рыбы. Также здесь представлены фигурки плотников, занятых изготовлением саркофага и ткачихи за работу. Фигурки пивоваров и слуг, наливающих пиво в кувшины, также были найдены при раскопках гробниц. В период 12-й династии столица Египта находилась недалеко от Фаюмского оазиса, где размер культивируемых земель был намного больше. Здесь была найдена известняковая статуэтка Сесостриса I. А также множество деревянных статуэток. Одна из них изображает фараона в короне Верхнего Египта, держащим посох, говорящий о том, что фараон являлся пастухом для своего народа. Статуя царицы Нофрит, супруги Сезостриса II,
выполнена из серого гранита. Ее глаза когда-то были инкрустированы полудрагоценными камнями. В процессе мумификации внутренние органы кишечник извлекались и хранились отдельно в специальных сосудах, называемых канопами. Охраняли эти канопы четыре духа, известные как четыре сына бога Хора. Игрушкой слоновой кости в виде статуэтки танцующего карлика приводилась в движение заводным механизмом. Стелы с заклинаниями и сценами, изображающими жертвоприношение богам загробного мира, стали устанавливать в период Среднего Царства. Изображенные здесь члены одной семьи надеялись быть вместе в загробной жизни. В период 12 династии фараон уже не отождествлялся с богом, а был обычным человеком, которому присущи страдания и старение. В период Среднего Царства ювелирное мастерство достигло очень высокого уровня. Нагрудные украшения изображают победоносного фараона Сизостриса III в виде грифона, топчущего врагов Египта, и Аменхата III, порождающего их. Царица Хатшепсут правила Египтом в течение 20 лет в
14 столетии до нашей эры. Художники изображали ее как царицу и как сфинкса, так же, как и других фараонов. Ее мирное правление ознаменовано постройкой великих сооружений, таких как поминальный храм в Дейр-эль-Бахари в Луксоре, эти сцены рассказывают об экспедиции, отправленной царицей Хатшепсут в африканскую страну Пут или Сомали. Здесь изображена жена правителя Пут с цветами и ослом, являющимся ее средством передвижения. Красная известняковая голова царицы Хатшепсут великолепно передает женственность царицы. Настенные рельефы этих сооружений изображают празднество в Фивах, а также самые ранние записи о ландшафте и жителях Сомали. Нехши, руководитель египетской экспедиции в Пут, изображен преподносящим подарки правителю Пут. Обелиск, воздвигнутый Хатшепсут в Карнаке, посвящен богу Амону-Ра. Здесь преклоняющиеся статуи царицы преподносят богу две чаши с вином. Фараон Тутмос III унаследовал египетский трон после Хатшепсут. 32 года его благополучного правления ознаменовались экспансией Египетской империи на север и на юг. Статуи Тутмоса III из разных пород камня изображают его как красивого и элегантного монарха.
Им построен храм в Карнаке, который был местом проведения праздников. Молодой и элегантный, он восседает на троне. Отдельная красивая статуя изображает его мать Изис. Статуя рогатой богини Хатхор, защищающей фараона и его гробницу, привезена из храма в Дейр-эль-Бахари в Фивах. Два огромных деревянных саркофага царицы Мери Тамон найдены в Дейр-эль-Бахари. Две статуи Аменхотепа II найдены в Карнаке, где фараон находился под защитой змеевидной богини Мерит-Сегер, верховной богини горы в Фивах. Другая статуэтка изображает его преклоняющимся и преподносящим дары богу. Фараон Тутмос IV изображен вместе со своей любимой матерью Ти-Аа, которую он очень уважал. Сцены из частной гробницы в Фивах, возраст некоторых из этих гробниц более 3400 лет, отражают повседневную жизнь и загробные верования времен 18 династии. Статуэтка, изображающая правителя Фив Сен-Нефера с женой, обнимающих друг друга.
статуи также элегантны, но менее реалистичны, как, например, эта статуя сына Хабу, визиря фараона Аменхотепа. Сцены подношения изображены на стеле жреца Неб-Нахту и его семьи. Рельеф, изображающий побеждающего Аменхотепа III на колеснице. Колоссы Мемнона были расположены с обеих сторон от входа в погребальный храм Аменхотепа III в Фивах. Каждый колосс вырублен из песчаного монолита. Согласно легенде времен романской эры, левый восстановленный колосс был способен производить некий шум и поэтому был назван Мемноном, оплакиваемым своей матерью. Мемнон был убит Ахиллесом в Троянской войне. Рисунки из книги мертвых папируса, использующегося в траурной церемонии, принадлежащего принцессе Майхерпри. Принцесса была нубийкой. Она изображена, держащей веер с правой стороны от фараона, предположительно Тутмоса III. Великолепная позолоченная маска Туи была найдена в гробнице Юи и Туи, бабушки и дедушки Эхнатона, в долине Царей. Там же были найдены инкрустированная шкатулка для драгоценностей, кресло их старшей дочери, принцессы Сат-Амон. Прекрасно сохранившиеся мумии этой четы находились в позолоченных и декорированных саркофагах, выполненных в форме человеческого тела. Статуя Эхнатона, первого фараона Египта, который заменил политеистический культ культом одного и единственного бога Атона, изображает его со всеми недостатками его фигуры. Здесь можно видеть тенденции к реализму, но не реализм в соответствии с новой философией культа Атона.
появились и новые сюжеты для скульпторов. Эхнатон, целующий свою дочь, или подносящий дары. Вся семья играет и совершает подношение Богу Солнцу Атону, который представлен как солнечный диск. Скульптуры дочерей Эхнатона ясно указывают на патологическую деформацию их черепов и тел. Сцены, изображающие Эхнатона, поклоняющимся и возносящим молитвы одному и единственному Богу Атону. На этой стеле Эхнатон и его жена Нефертити изображены играющими со своими дочерьми под защитой Бога Солнца. Этот прекрасный деревянный саркофаг в форме человеческого тела, покрытый листами золота и инкрустированный полудрагоценными камнями, по всей вероятности, был выполнен для наследника Эхнатона Семенеха Ха-Ра. Гробница молодого фараона Тутанхамона, умершего приблизительно 3300 лет назад, была найдена практически нетронутой в 1922 году. В ней находилось более 3000 предметов обихода, утвари и украшений. Голова мумии, покрытой бинтами, с написанным на них магическими заклинаниями, была защищена погребальной маской весом 11 килограмм. Лоб фараона защищали кобра и гриф, символы двух частей Египта. Мумия находилась в трех вложенных друг в друга саркофагах. Самый маленький из них был из чистого золота и весил около 110 килограмм. Второй саркофаг
выставлен здесь, третий находится в гробнице. Оба они сделаны из золота, покрыты золотыми листами и инкрустированы стразами и полудрагоценными камнями. Сцены в гробнице изображают траурную церемонию, церемонию открытия рта мумии и встречу фараона с богами подземного мира – Осирисом, Нут и Анубисом. Бабуины символизируют стражей подземного мира. Деревянный наос, некогда содержащий ящик с канопами, внутренние органы мумии находились внутри четырех миниатюрных саркофагов, выполненных из золота. Тутанхамону принадлежали 6 лошадиных повозок, использовавшихся при жизни фараона для путешествий, охоты и во время праздников. Эти повозки находились в гробнице для использования в загробной жизни. Они были покрыты золотом и инкрустированы стразами и камнями и были снабжены всем необходимым для наездника и лошадей. Во время погребальной церемонии и для последующего путешествия на небо мумия фараона должна была находиться на погребальной кровати. Такие кровати делались в виде священных животных – коров, львов или гиппопотамов. Модели солнечных лодок также находились в гробнице. На этих лодках фараон должен был совершить свое путешествие на небо в сопровождении Бога. Две деревянные статуи в натуральную величину находились в гробнице специально для Ка, умершего фараона. Ка должен был принимать подношения и охранять гробницу и мумию.
бог в виде шакала Анубис, был богом мумификации и верховным богом Гелиополиса. В его обязанности входило защищать мумию от причинения ей вреда. Статуэтка гуся – символа бога Амона из той же коллекции. Единственный сохранившийся трон времен фараонов – это трон Тутанхамона. Деревянный каркас покрыт золотыми листами. На его спинке изображена жена фараона, подносящая ему мазь. Лучи бога солнца Атона благословляют и даруют долголетие царской чете. Складной стул, использовавшийся во время церемоний, инкрустирован эбонитом и слоновой костью. Небольшой ящик, в котором находились сандал и благовония, подголовник и аксессуары, покрытые миниатюрами военных сражений и охоты на диких животных. Надпись на меньшей стороне означает «Справедливый владыка, попирающий врагов». Деревянный ящик облицован панелью из слоновой кости с изображением супруги фараона, преподносящей цветы своему мужу. Шкатулка с текстом, вырезанным на панели слоновой кости и орнаментом из магических символов, означающих долголетие и процветание. Ящик, декорированный символами стабильности и именами фараона, находился под защитой змеи Ураеуса. Эта шкатулка выполнена в виде королевского картуша.
Имя фараона инкрустировано эбонитом и слоновой костью. Веер и две трубы фараона. Одна из золота, другая серебряная. За игрой в Сеннет – одно из удовольствий земной жизни. Предполагалось, что и в загробной жизни фараону приятно провести за ней время. В гробнице также находилось несколько игр и игрушек. Чтобы преодолеть все опасности, связанные с путешествием по подземному миру, фараон должен был быть не только в хорошей физической форме, но также и показать высокий интеллектуальный уровень. На одном из щитов, предназначенном для церемонии, вырезаны сцены, изображающие фараона на его троне. На другом он изображен держащим льва за хвост. На третьем фараон представлен в виде льва, топчущего своих врагов. Небольшой храм, гробница, статуя змееподобной богини волшебства Верит Хекау, покрыт золотыми листами, на которых выгравированы интимные сцены королевской четы. В гробнице Тутанхамона были найдены различные предметы, выполненные из алебастра и египетского мрамора. Здесь представлены канопы, в которых находились внутренние органы царской мумии, сосуд для мази, символизирующий объединение Верхнего и Нижнего Египта. Лодка со статуэтками царицы и ее сгорбленной служанки, сосуды для мази и благовоний. Каждая из этих вещей представляет собой шедевр полировки и резьбы и говорит о высоком мастерстве создавших их художников и ремесленников. Двадцать пять позолоченных статуэток богов подземного мира и семь статуэток самого фараона были завернуты в бинты и вложены в черный деревянный саркофаг. Эти статуэтки в своем большинстве рассказывают о Хоре, боге солнца, отмстившему своему дяде Сету за убийство своего отца Осириса.
Здесь представлена статуэтка Птаха, бога, покровителя ремесленников, кобра. Фараон, получающий благословение бога Менхарета, и, наконец, фараон верхом на леопарде. При помощи магической силы 413 фигурок царских шавабитий должны были выполнять для фараона работу в подземном мире. Их фигурки сделаны из камня, дерева, фаянса. Некоторые из них покрыты золотом, у других в руках корзины и мотыги. Голова молодого Тутанхамона погружена в цветы лотоса, как и бог солнца, приходящий в бытие во время создания мироздания. Статуэтка бога Луны Хонсу, сына Амон-Ра и Мут, удивительно похожа на самого Тутанхамона, во время правления которого она и была создана. Саркофаг ремесленника Хонсу из Фиф изображением сцен из книги мертвых. Эти изображения должны были обеспечить умершему защиту, еду и питье, а также облегчить ему путешествие по подземному миру. Рамзес II правил Египтом примерно 67 лет в 13 столетии до нашей эры. Он оставил после себя памятники по всей стране, превратив Египет в музей под открытым небом. На этой выдающейся скульптуре, воплощенной в камень имя фараона, находится под защитой гигантского сокола, символа бога солнца Хора. Возможно, храм в Абу-Симбеле, возведенный во время правления Рамзеса II 3300 лет назад, является одним из самых удивительных сооружений, вырубленных из камня. Стены камня покрыты барельефами, рассказывающими о битве при Кадеше. Это сражение между египетской армией и армией хиттита происходило в Сирии на 5-м году правления фараона.
На некоторых барельефах фараон изображен поражающим врагов, молящих о пощаде. Главные ворота храма в Луксоре, обелиск и первый двор храма были построены во время Рамзеса II. Погребальный и поминальный храм с гигантскими гранитными статуями и гипостильный зал в Карнаке поясняют титул, данный Рамзесу II, величайший строитель всех времен. Статуи поклоняющегося фараона и одной из принцесс Мерит-Амон представляют собой скульптурные шедевры времен 19-й династии. В 1220 году до нашей эры сын Рамзеса II Мерен-Птах освобождает Египет от вторжений со стороны ливийских и средиземноморских захватчиков. В честь этой победы была установлена стелла, на которой также упомянуто и о поражении народа израильского. Эти небольшие статуэтки – шедевры, выполненные в основном из дерева. Художники изображали Рамзеса II вместе с египетскими богами, показывая тем самым его религиозность. Здесь он представлен сидящим между Осирисом, Исидой и Хором. Рамзес III был последним великим фараоном в истории Египта. При его правлении на стены храмов в Медине-Тхабу и Карнаке были нанесены барельефы, посвященные битвам и религиозным праздникам.
Барельефы на стенах его гробницы в долине царей изображают сцены из книги мертвых. Эта групповая скульптура изображает коронацию Рамзеса III двумя богами Верхнего и Нижнего Египта, покровителями царства. Одна из мумий была завернута в льняные бинты и окружена живыми цветами. Другая находилась внутри раскрашенного ящика с изображением богов, обеспечивающих защиту мумии. Серебро доставляли в Египет из Сирии, и оно было дороже золота, добываемого в восточной пустыне и в Нубии. Серебряный саркофаг фараона 21-й династии Псуцунеса в форме человеческого тела с орнаментом из золотых змей был найден в гробнице Танис в Дельте. Другой саркофаг с головой сокола, принадлежащий фараону 22-й династии Шашанку, был найден в 1939 году. Курильни для ладана изготавливались из бронзы или дерева и покрывались золотом. Их ручки были сделаны в виде головы сокола. Такие курильни использовались на церемониях самим фараонов или верховным жрецом в момент, когда они находились перед статуями богов. Деревянный раскрашенный образ коровы был найден в Саккаре в месте поклонения священным животным. Этот образ символизирует священную корову, мать, чьим сыном был бог Апис.
алебастровая статуя супруги бога Аменирдиса из 25-й династии была найдена в Карнаке в 1858 году. Женщина одета в легкое длинное платье, в руке она держит цветок. Фараон Тахарка, правивший Египтом в 7-м столетии до нашей эры, был нубийцем. Главный управляющий фараона Аменирдиса изображен как человек азиатской расы. В Египетском музее представлено большое количество скульптур, относящихся к греко-романскому периоду, выполненных из различных пород камня, как эта статуя молодого человека, в традиционном римском одеянии. Базальтовая скульптура жреца Хор-Сахора и статуя царя из династии Птолемеев в египетском костюме и с волосами, уложенными на греческий манер, не спадающими из-под головного убора. В саркофаг Псатостриса, верховного жреца Тота в птолемейский период, был вложен текст 42 заклинаний из книги мертвых, которые должны были обеспечить защиту умершего тела. В нашем музее представлена большая коллекция мужских и женских позолоченных погребальных масок, относящихся к романскому периоду. Маски этого периода выполнялись более высокими. Дух умершего должен был узнать своего хозяина в последующей жизни. Фивы, посвященные богу Амону, были столицей Египта в период 11-й династии, приблизительно 4000 лет назад. Однако своей славы Фивы достигли в период 18-й династии, став резиденцией египетских монархов. В настоящее время Фивы – это музей под открытым небом, экспонаты в котором расположены на восточном и западном берегу. Раскопки в этих местах начались примерно 50 лет назад, и почти каждый день был ознаменован тем или иным открытием. В январе 1989 года в Луксорском храме в Большом дворе, построенном Аменхотопом III, было открыто потайное помещение. Там были найдены 12 удивительных статуй, изображающих воплощение и обожествленность фараона. Эти статуи выставлены в галерее Луксорского музея. Единственная скульптура Аменхотепа III, выполненная из бурого кварцита, изображает фараона стоящим на повозке в двойной короне Верхнего и Нижнего Египта, в складчатой юбке, держащем два свитка. Корона, нагрудные украшения, браслеты на кистях и предплечьях, вероятно, были покрыты тонкими золотыми пластинками. Скульптура бога Амона-Ра и его божественной супруги Мут вырезана из кальцита.
статуя Ивнит, супруги бога войны Монху, почитаемого в Фивах и Арманте. Статуя относится к пантеону богов Луксорского храма. Еще одна богиня из этого пантеона, Хатхор, изображалась с двумя рогами и солнечным диском между ними. Бог солнца Амон-Ра изображен благословляющим и дарующим свою защиту Хорэмхэбу, последнему фараону 18-й династии. В этой вырезанной скульптурной группе Атум представлен в двойной короне, восседающем на троне, на котором изображены символы объединения, принимающим приношение и повиновение Хорэмхэба. Алебастровый Тутанхамон в образе сфинкса. В двойной короне на голове преподносит богам алтарь с изображенным на нем магическим символом. Одеяние сфинкса, глаза, брови и грива были украшены инкрустацией и покрыты голубой глазурью. Большая коллекция древностей, найденных при раскопках в районе Луксора, находится в музее древнего египетского искусства. Скульптура Монтухотепа III в образе бога Осириса и в короне Верхнего Египта – один из шедевров этой коллекции. Также в образе Осириса изображен Сенсусерт I, фараон 12-й династии, держащий два символа жизни. Короны были вырезаны отдельно, а затем закреплены на голове фараона. Гранитный бюст фараона Сенусерта III во двойной короне удивительно точно передает черты его лица. Другой известняковый бюст вырезан в период Среднего царства. Кварцитовый блок привезен из капеллы Хатшепсут, известной как «Красная капелла», в которой собирались музыканты и танцоры во время праздника, посвященного Амону-Ра. Скульптура фараона Тутмоса III отличается особенно тщательной отделкой. Она вырезана из зеленого сланца и представляет молодого фараона, держащим свиток в льняном головном уборе и складчатой юбке.
Барельеф из храма Тутмоса III в Дейр-эль-Бахари изображает фараона в богато украшенной короне и Амон-Ха-Мут-Эфа, бога земледелия и плодородия. Его голова, нарисованная черной краской, символизирует возрождение. Скульптура, вырезанная из цельного блока, изображает Иямму-Неджиха, руководившего строительством обелиска фараона Тутмоса III в Карнаке. Стела жреца Бия, являвшегося верховным жрецом бога крокодила Собека, относящийся к периоду Нового Царства, была найдена в 1967 году недалеко от Арманта. Здесь жрец со своей семьей изображен молящимся и подносящим приношение своему богу. Гранитный бюст коронованного Аменхотепа II. Алебастровая скульптура, изображающая крокодилообразного бога воды Собека, держащим символ долголетия и дарующим благословение домочадцам фараона Аменхотепа III, была найдена в Арманте в 1967 году. Рамзес II приказал стереть имя Аменхотепа и заменить его своим именем. Морда крокодила была разбита и впоследствии восстановлена древними скульпторами. Два бюста богини войны Сехмет, жены бога Птаха. Эта богиня часто изображалась в образе львицы и иногда отождествлялась с богиней Мут, женой бога Амона-Ра. Сын Хону, визирь и писец во время правления Аменхотепа III, изображен сидящим со свитком папируса на коленях, готовый записывать речь фараона. Каменный блок с двумя маленькими вырезанными вверху фигурками крокодилов был посвящен Неп-Неферам, оракулам сокровищницы Амона, богу Собеку. Голова фараона Аменхотепа III, вырезанная из розового гранита, великолепно передающая черты лица фараона, привезена из его поминального храма в Фивах. Эхнатон изображен здесь во всем своем величии – длинное лицо, полуприкрытые глаза и тонкие губы. В погребальной церемонии городоначальника Фив Рамоза, имевшей место во время правления Эхнатона, принимали участие носильщики даров и профессиональные плакальщицы. На 9 вратах, расположенных на различных стенах храма Атона в Карнаке, находилось множество маленьких песчаных блоков. Они были украшены искусно вырезанными сценами с изображением королевской четы, поклоняющейся богу Солнцу, и другими сценами, рассказывающими о жизни храма. Здесь также представлены позолоченные фигурки Шавапти, слуг из коллекции Тутанхамона,
На лбу у статуэток были вырезаны заклинания из книги мертвых, предписывающие статуэткам слушаться указаний и выполнять тяжелую работу, необходимую фараону в гробнице. Алебастровый сфинкс представляет Тутанхамона, совершающего приношение Богу. Две пары тростниковых сандалий. Несколько позолоченных розеток были некогда украшением балдахина, покрывавшего саркофага Тутанхамона. Скульптура Амона-Ра вырезана по образу самого Тутанхамона в соответствии с традиционным культом, возвращенным после смерти Эхнатона. Позолоченная голова богини-коровы Хатхор инкрустирована ляпис-лазурью. Здесь представлены несколько моделей судоходных кораблей, предназначенных для путешествий в загробном мире. Рамзес VI изображен держащим статую Амон-Ра, посвященной Богу. Этому фараону также принадлежат огромные гробницы в долине царей, испещренные заклинаниями из книги мертвых. Такие заклинания должны были обеспечить фараону безмятежную вечную жизнь. Погребальный папирус из храма Амона-Ра, на котором Изида ведет его к Осирису, богу мертвых. На другом папирусе мифологического содержания изображены боги подземного мира. Украшенный ящик, саркофаг, мумия женщины, умершей 3000 лет назад. Изображения богов и священные тексты должны были обеспечить телу и духу защиту в загробной жизни. Храм Луксора был в основном сооружен Аменофисом III и Рамзесом II. Обелиски символизировали лучи бога солнца. Два из них сначала стояли у главного входа в храм. Один из обелисков был установлен в прошлом столетии в Париже. Под полом двора Аменофиса III находился недавно обнаруженный тайник для нескольких прекрасных статуй. В настоящее время эти статуи находятся в экспозиции музея Луксора. В 332 году до нашей эры Александр Македонский построил великую святыню в храме в Луксоре, богу Амон-Ре. Здесь он изображен облаченным в египетские одежды и корону, поклоняющимся египетским богам.
Фараоны создали святыню, пилоны и статуи храма Карнак, который являлся главным центром культа государства, бога солнца Амун-Ра и его божественной семьи. Здесь находился не только религиозный центр, а также основные школы для обучения философии, архитектуры, медицины, астрономии, астрологии, искусства и ремесла. Также проводились праздники в окрестностях Карнака, особенно праздник Опет, когда образы божеств покидали Карнак для посещения дома бога в храме Луксор. Этот праздник, карнавал, проводился каждый год во второй месяц сезона наводнений. Много обелисков также было сооружено в Карнаке, таких как этот, посвященный Тхотмосу I и его дочерью Хатшепсут. Статуи были установлены здесь для сбора пожертвований, молитв жрецов и набожных жителей в дни празднеств и пиров. Традиционные сцены сокрушения врагов, выгравированные на фасадах пилонов. Огромный двор храма Карнак был создан во времена Сети I и Рамзеса II. Тхотмос III построил удивительный праздничный зал, копию царских палат с тонко выполненными рельефами.
Египтяне селились вдоль восточного берега Нила и здесь же строили дома и храмы. На западном берегу, там, где садится солнце, они располагали кладбища или города мертвых. Гробницы фараонов, их жен, храм Рамзесиум, построенный Рамзесу II, содержит сцены, отображающие достижения фараонов. Это одна из огромнейших статуй в Египте, вырезанная из монолита. Было предположено написать имя фараона на листьях божественного дерева. Последним великим фараоном, занявшим египетский трон в 7 веке до нашей эры, был Рамзес III, для которого и был возведен этот храм. Его стены покрыты сценами важных событий, войн и фестивалей, праздновавшихся в его время. В ранний период христианства в Египте коптские монахи и священники жили как внутри, так и снаружи храма, нанося свои кресты и символы. Зарисовки красочных представлений, взятые из жизни различных египетских фестивалей, нанесены на стенах второго двора. Особенно праздник Мин, бога плодородия и урожая, Сокора, бога смерти, а также самого Амун-Ра. Также здесь изображены сцены принесения жертв фараонами различным божествам. Thank you.
Фараоны нового царства теперь не погребались внутри пирамид или под ними, как раньше. Их гробницы высекались в горах, в долине царей, в Фивах, чтобы уберечь их от грабителей могил. Однако большинство их, этих захоронений, были разграблены еще в античные времена, кроме одной гробницы Тутанхамона, обнаруженной совершенно нетронутой, Говардом Картером в 1922 году. Здесь изображены религиозные и ритуальные сцены из гробницы. Генерал армии Хормухеп стал следующим фараоном в конце 18-й династии, после смерти своего предшественника. Его гробница, дошедшая до нас, к сожалению, разграбленной, содержит одни из самых ярких и красочных сцен в долине царей. Они показывают отношения между фараоном и различными богами загробного мира. Гробница Сети I содержит изображения врагов бога Солнца, а также некоторые важные астрономические сцены, расположенные на потолке погребальной камеры. Thank you.
Рамзес III показан здесь как молодой мужчина. Потолок гробницы Рамзеса VI показывает небесные фигуры богини дня и ночи, а также солнечные барки, движущиеся по райским кущам. Царицы имели собственные гробницы, отдельно высеченные в другой долине. И гробница Нефертари, царицы Рамзеса II, имеет тщательно выполненные сцены. Высшие чиновники захоронены в каменных гробницах, в основном декорированные сценами будничной жизни или загробной жизни. Они изображают Осириса, бога мертвых, и Анубиса, бога кладбищ и мумификации. Такие сцены изображены в гробнице Сенефера, мэра Фив, в конце 17-й династии. Художники и ремесленники имели собственные гробницы, расположенные в другом месте, именуемым Дейр-эль-Мадина. Здесь находятся гробницы Сен-Недема и Пашеда, содержащие сцены из книги мертвых. В Бени-Хасане, неподалеку от Минии, находятся гробницы высших чиновников. Они содержат важные сцены игр и видов спорта, которые использовали люди для развлечения 4 тысячелетия назад.
Храм Дендера был возведен в III веке до нашей эры для богини Хатхор. Наследники Александра Македонского, именуемые Птоломеями, воздвигли множество храмов в Верхнем Египте, а поклонялись почти всем египетским божествам, чтобы расположить к себе египтян. Первого в Абидосе. Абидос был вторым по значимости городом после Фив, благодаря своим кладбищам первых двух династий. Легенда гласит о том, что посетивший гробницу Осириса, властелина мертвых, отдаст дань уважения не только Осирису, а также всем усопшим фараонам здесь, в Абидосе. Поэтому для египтян стало традицией посещение гробницы Осириса для выражения уважения и жертвоприношения на жертвенники бога во время паломничества. Хорус Эдфу был покровителем этого храма вместе с богиней коровой Хатхор и богом Хорусом, объединителем двух земель. Храм построен из песчаника и считается лучшим по стилю египетским храмом, воздвигнутым во времена Птоломеев. Многие фараоны принимали участие в создании и отделке этого храма вплоть до 57 года до нашей эры. Образ божества сохранялся в святыне на лодке, которую несут жрецы на руках в дни праздники. Комомбо являлась перевалочной базой походов золотоискателей в западной пустыне между Эдфу и Асуаном. Комомбо получил свою важность только во времена Птоломеев. Грандиозный храм воздвигнут прямо на берегу Нила и имеет два параллельных коридора. Бог небес Хароэрис, имеющий голову сокола, и бог воды Собек, имеющий голову крокодила, были обожествлены здесь. Традиционные победные сцены и тела чужеземцев были изображены на наружных стенах храма. Thank you.
Асуан считался самым южным пограничным городом и торговым центром Египта, где происходил интенсивный обмен местных товаров на африканские. Великолепный храм Изиды и ее сына Харпократеса был сооружен на острове Фила. В последние годы правления египетских фараонов и началом царствования Птоломеев давно перемещен и перестроен на острове Агелика, так как первый остров был затоплен водой из-за постройки асуанских плотин. Сцены жертвоприношений, покровительствующим храму богам, в особенности Изиде, вырезаны на стенах. Ранние христиане Египта, священники и монахи, использовавшие храм для проживания, высекли кресты и молитвы на стенах храма. Римский император Траян возвел этот изящный киоск. Мы начинаем нашу экскурсию по коридорам Греко-Римского музея, который находится в Александрии на Средиземном море. Это фасад Греко-Римского музея, построенного в стиле греко-римских храмов. Фасад здания украшен 6 дорическими колоннами. Этот музей считается одной из редких классических построек в Александрии, отражающей стиль древнего города. Этот музей был построен в 1892 году, а позднее расширен. К музею примыкает сад с древними монументами, датируемыми различными периодами. Музей разделен на 27 залов, где выставлены экспонаты из Александрии и Фаюма. Этот музей считается одним из важнейших музеев, отражающих особенный период в развитии египетской истории. Он включает в себя коллекцию монументов Александра Великого, основателя Александрии, в честь которого и был назван город. Здесь находится скульптура головы Александра Великого, сделанная из красного гранита, выполненная в стиле отличном от древнеегипетского. Чудесная техника, с которой выполнена скульптура, заслуживает особого внимания. Скульптура головы Александра Великого сделана из мрамора. Здесь Александр с короткими волосами и выразительным взглядом. Эта скульптура относится к первому веку до нашей эры. Мозаика, изображающая царицу Беренис II, имеет подпись художника Теофилоса и относится к третьему веку нашей эры. Мозаика выставлена в 6 зале. Царица в облачении воина, на голове у нее убор в форме лодки, а в руках она держит нечто похожее на весло. Весьма вероятно, что эти предметы символизировали город Александрию, так как он находится на море. Этот экспонат известен под названием «Палитра Теофилоса» по имени самого автора.
Мраморная статуя Сераписа в образе человека. Бог Серапис изображен как человек средних лет, одетый в греческую тунику, и на лбу у него его знаменитые 5 локонов, на его голове модус. Другая статуя Сераписа в образе человека с длинной бородой. Она сделана из тутового дерева. Эта статуя покрыта слоем раскрашенной штукатурки, на которой до сих пор сохранились следы красной краски. Статуя богини Исиды из белого мрамора. Исида почиталась в Александрии в греко-римский период. Она была женой бога Сераписа и родила ему сына Харпократа. В эпоху римлян богиня Исида считалась богиней древнего мира. Эту статую привезли из храма Рас Эль-Сода в Александрии. В Александрии было найдено много скульптур голов философов, древних историков. Бюст Сократа – одного из известнейших философов Древней Греции. Погребальная стела с изображением македонского всадника. Погребальная стела, сделанная из известняка, имеет вид передней части древнеегипетского храма. Мер-покойник стоит в греческой одежде. 2 римских солдата, один из которых держит за руку ребенка. Изображение русалки в одежде богини Сфинкс. Арсина II и Птолемей IV. Статуя богини любви и красоты Афродиты и ее сына Эроса. Она изображена в позе человека, снимающего сандали. Эта статуя считается образцом художественного приема передачи движений человеческого тела. Культ богини Афродиты сыграл огромную роль в истории Египта. По этой причине любовь привела Клеопатру VII к управлению миром. Лучшим примером тому является ее отношение с Юлием Цезарем, который забыл о своем долге перед Родиной и остался с Клеопатрой в Египте на долгие годы. Юлий Цезарь был одним из виднейших римских лидеров. Скульптура головы римского императора Октавия. Скульптура головы одной из цариц. Мраморная скульптура головы римского императора Адриана, посетившего Египет и совершившего 2 поездки вниз по Нилу. Он построил город Антинополис, ныне называемый Эль-Шех-Ибада, в память о своем друге Антонии, который утонул в Ниле в том же городе. Римский император Адриан был первым, кто носил бороду. Он находился под сильным греческим влиянием. Каменный саркофаг украшен с 4 сторон изображениями греческих богов, например, изображением Диониса, бога вина. Он смотрит на спящую Адриану и влюбляется в нее с первого взгляда.
Затем он женится на ней. Крышка этого саркофага имеет форму греческого алтаря. Статуя римского императора Маркуса Аврелия, облаченного в военную форму. Эта статуя была обнаружена под театром Саида Дарвиша в Александрии. Сейчас мы начинаем нашу экскурсию по Коптскому музею, построенному в 1908 году Моркус Самика Пашой и расширенному в 1947 году. Этот музей содержит коллекцию коптского искусства, датированного 300-1800 года нашей эры и считается одной из крупнейших коллекций произведений коптского искусства. Ниша, обнаруженная в монастыре Анба Аполло в Верхнем Египте, датируется 6 и 7 веками нашей эры. В нижней ее части изображена сцена, в которой Иисус Христос, еще ребенком, окружен апостолами и двумя местными святыми. В верхней части Иисус изображен сидящим на троне, окруженным четырьмя живыми творениями, упомянутыми в Ветхом Завете. Фреска, изображающая Иисуса свинцом, который держит над ним два крылатых ангела, готовых улететь. Монастырь Анба-Еремея в Саккаре был хорошо известен во время 6, 7 и 8 веков нашей эры. Копты считали наиболее известными святыми Нафриоса, Макариоса, Анба-Макар и Аполло. В Коптском музее находится характерная коллекция икон, относящихся к 8-9 векам нашей эры. Архангел Михаил представлен в одежде солдата. Сцена, изображающая Иисуса Христа, сидящим на троне, с поднятой правой рукой, подразумевает благословение, а в его левой руке открытая священная книга, икона с изображением Иисуса Христа, сидящим на стуле, раздающим милости и держащим Библию открытой. Икона с изображением Девы Марии и 15 святых. Святой Павел и Антоний из Восточной пустыни, мы видим, как вороны приносят им хлеб.
Хопская церковь празднует дату прибытия святого семейства в Египет ежегодно, в начале июня. Дева Мария на белом осле, Иисус Христос на правом плече святого Жозефа Плотника. Здесь мы видим икону в виде золотого блюда с изображением головы святого Джона Баптиста. Деревянная шкатулка для хранения Библии, покрытая серебряными листами и украшенная цветами, подчеркивающими магическое значение этого шедевра. Серебряная шкатулка для Библии с коптскими гравюрами, инкрустированная перламутром. Музей исламского искусства содержит значительную коллекцию произведений разных периодов. Множество манускриптов эпохи фатимидов, аюбидов, аббасидов и мамлюков. Перед нами лежит священный Коран, написанный чернилами на пергаменте куфийским почерком, датируемый аммиядским периодом. Он был найден в большой мечети в районе Бехнаса, Верхний Египет. Бронзовый кувшин был найден около могилы Марвана ибн Мухаммада, последнего аммиядского халифа. Этот кувшин примечателен своими украшениями, стиль которых подвергся сильному влиянию сасанидского Ирана до исламского периода. Губернатор Египта Ибн Кусайб направил послание нубийскому правителю с жалобой на то, как Нубия относится к Египту, и с просьбой выдачи убитого купца. Этот текст был написан на папирусном свитке, найденном в 1972 году. В одной из витрин мы видим керамическое произведение искусства. Этот вид изделий появился в Египте, Иране и Ираке, их расписывали полихромными красками, изображали на них разные растения. На стенах музея разные картины, высеченные на дереве, изображающие сцены повседневной жизни, танцы, пение, охота. Такими картинами были обычно украшены стены дворца эпохи фатимидов, построенного Аль-Азиз-Билля. Затем они были помещены в госпиталь Калуан, который находился в западной части фатимидского дворца. В музее находится несколько образцов деревянных ниш, привезенных из мечети Эль-Саида Рука, Эль-Саида Нафиса и мечети Аль-Азхар. Чудесный стиль исламского искусства прослеживается в коллекции разноцветных ламп. Эти 19 наиболее известных из них были найдены в школе султана Хасана и считаются самыми совершенными образцами данного искусства, найденными до сих пор в Египте. Изделия из бронзы, украшенные серебром. Наилучшим образцом этого является бронзовый стул, сделанный для эль-султана эль-Насера Мухаммада ибн Калауна в 728 году по хиджре. На нем высечены куфийские надписи, а также имя художника Мухаммада
Ибн Сонкура Эль-Багдади. Бронзовый подсвечник украшен серебром и рельефом с именем рабочего Хай Исмаила и художника Мухаммада Ибн Эль-Фетуха Эль-Мусли. Датируется 7 веком по хиджре и 8 веком нашей эры. Деревянные кафедры, называемые мимбарами, несколько образцов представлены здесь в музее, например, минбар принцессы Амиры Тетер из Хиджаза, дочери Эль-Насера Мухаммада ибн Калауна. Минбар представляет собой дверь, лестницу и сиденье для шейха. Боковые стенки украшены инкрустацией из слоновой кости. Деревянные изделия инкрустированы слоновой костью и черным деревом. В музее находится множество экземпляров Корана, наиболее важными из которых считаются книги периода мамлюков. Деревянные образцы книг выполнены в разной манере. Иногда это книги, имеющие украшения в виде звезд только на одной стороне, иногда на обеих. Это считается подлинным исламским стилем украшений. Среди коллекции керамики периода мамлюков имеется много подражаний китайскому стилю. Здесь находится зеленый кувшин, украшенный изображениями растений, относящийся к 18 веку по хиджре или 14 веку нашей эры. Замечательная керамическая ваза, находящаяся в музее, найдена в амфоре, имеет пьедестал и две ручки и выполнена в форме рыбы. Перед вами астрономические приборы. Они широко применялись во всем исламском мире. Среди них компас османского периода, датируемый 11 веком по хиджре или 17 веком нашей эры. На компасе изображение Каабы и окружающее ее пространство. Это астрономический шар, изготовленный из бронзы и дерева. Существует образец такого шара, украшенного серебром, с высеченным именем турецкого султана Базида, датируемый 1486 годом, а также именем художника Шокера Аллах Мухлес Шервани. Монастырь святого Антония. Мы видим, как один из монахов работает на мельнице, что подтверждает их аскетический образ жизни. В центре церкви, расположенной внутри монастыря, находится лампа древнейших времен, а на стенах развешаны иконы. Мы направляемся в монастырь Святой Катерины, вырубленный в горе. Над монастырем возвышается башня с колоколом. Около источника Моисея люди хотят получить благословение. Некоторые иконы Иисуса Христа. Несколько туристов присутствуют на церковной службе.
Отсюда, сверху, мы можем хорошо видеть весь монастырь. Вершина горы, где Моисею было ниспослано 10 заповедей. Эта сцена изображает путь Моисея через море, бегство его народа от фараона Египта.